Привет всем. Меня зовут Мелиодас. Мы продолжаем строить особняк в Майнкрафте. Спасибо всем, кто смотрит мои ролики, кто поддерживает меня, ставит лайки. И мы продолжаем делать стену второго этажа. В общем-то, ребята, в прошлой серии мы остановились на том, что доделали две стены. Да? Сейчас мы делаем самую нудную стену, на которой даже нет стекол. Это просто задняя стена. Мы, может, здесь, ну, не может, а мы здесь по-любому что-то будем еще делать. С этой стороны, как бы, может, какие-то окна будут, но они, как бы, будут, если... Ну, это будет уже импровизация, да. То есть, будут какие-то комнаты, мы еще придумаем. Я просто не знаю, какие стекла я хочу именно вот с этой стороны. Поэтому вот, да. Ну, пока что мы будем просто так застраивать. Вот. Вот такие у нас deletion. Situation, deletion, да. Ребята, любите ли вы на Майнкрафт? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Так. Угу. Давайте под этим роликом соберем один лайк. Я буду очень благодарен, если я поставлю сам себе лайк. Мой внутренний голос мне говорит, что отойдет. Это, блин, странно звучит, когда сидишь с кем-то в Дискорде, его не слышно. Тогда внутренний голос отойдет. Да, да, я в одном ролике сказал на другом канале, что... Ребята, не подумайте, что я ненормальный. Я просто видео снимаю, у меня работа такая. Так, ну я не думаю, что это будет кто-то смотреть, но просто если кто-то посмотрит, то мне аж страшно. Мне очень страшно. Так. Так, мы снимаем уже целых аж 2 минуты. Это невиданное время. Всего-то на серию выделено у нас аж 4-3 минуты. Ну, вы представляете себе, насколько большие масштабы, да? Блин, я так не хочу вот это делать. Я на это 30 минут убил первой серии, и сейчас 30 минут еще буду убивать. Это еще где-то 6 выпусков я буду убивать на то, чтобы строить потолок. Это капец, это я уже, кстати, вам рассказываю, моим дорогим зрителям, слушателям. Тр-пр-пам, тр-пам. Опа, ну почти. Ты-ты-ты-тык. Строим. Мы это все дело, видите, как мы строим. Вообще замечательно строим. То есть, всем бы так строить. Так, замечательно. Смотри, как мы быстро построили целую линию. Ну что ж, ребята, с вами был я, Мелиодас. Всем удачи, всем пока.